Всем привет, друзья, с вами Лер. И сегодня у нас вот такая вот игрушка, в которой мы играем в Зависну. Вы же знаете игры наподобие Сирил Сэма, в которой мы играем как бы за главного героя и отбиваемся от орд монстров. Эта игрушка очень похожая, только здесь как бы не монстры, а снеговики. Мы играем за весну, которая как бы изгоняет зиму, изгоняет снеговиков и приносит в эту землю траву, бабочек, цветы своим как бы деревянным пистолетом. В общем, мы здесь должны снеговиков уничтожать. Вот таких вот снеговиков. Кстати, у нас бесконечные патроны, и это классно. Можно сколько угодно. Так, а вот и главный снеговик. Давайте-ка его сразу же застреляем. Еще и кидается, падла. Так, все. Уничтожен. Все вроде бы. Хорошо. Еще идут. Это что? Двойные пистолеты. Ой, они кинули в меня. Я навесом могу стрелять. Идеально. В общем, тут много видов снеговиков, скажем так. Кидающиеся, обычные, ползающие. И моя задача уничтожить их всех. Так, вон еще. Так, сердечко выбили, хорошо. Так, опять кидающийся. Я. Ракеты какие-то. Лови. Те. Главное на месте не стоять. Ой. Ой, хп мало. Ни хрена себе их там. Что-то мне подсказывает, что у меня мало жизни остается. Почему тут деревья упали? У меня ж был проход. Нифига себе их тут. Все, меня убили. Окей. С первого раза не получилось. Мурана. Богиня зимы. Против весна. Как-то много там их было. Я, по идее, отсюда могу попадать. Так, вон еще сидят. Вы идти на меня не будете, да? Или будете? Пропало. Пропал второй пистолет. Фигово. Я хотел сразу же на того снеговика с двумя. Ой, чуть не попали.
то сердечко выбили. Все. Я вообще не попадаю. Так, сердечки тут были. А их подбирать нельзя. Что это такое? Идем дальше. Вон эти стреляющие гады. Только что-то мы им не наносим урон. Дальше идем. Я так понимаю, эта игра состоит из мини-боссов. Вон, я вижу, он сидит. Ты нифига себе. Сразу же, как только вышел, сразу же в меня полетело. Эта игра состоит из нескольких мини-боссов. Кто? Ты? Все быстро. Слишком быстро. Так, а сейчас куда? Сейчас налево? Наверное. Можно бесконечно вот так вот. Раз, два снежка. Еще один. Ох, что это? Какие-то облака появились. Еще снежки полетели. Прогоняем зиму. Блин, где босс-то? Тут, наверное, основной босс будет. Если я правильно понимаю. И музон закончился. Так, вот супероружие. А, вот оно. Тут где-то сердечко было. Или все уже? Ха!
Победа! Коротенькая игрушка, правда, она для 6-летних, 7-летних, ну, веселая. Все. Начинается заново. Очень короткая, зато веселая. Прогнали зиму. Как раз для такого. Самое время поиграть в эту игру, потому что как раз настала весна, но зима уходить не собирается. Потому что очень много снега на улице. Допустим, выходишь на улицу, а тут такой витрина тебе в морду со снегопадом вместе. Сразу вспоминается стихотворение Тютчева. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится. Ладно. Давайте попрощаемся. Игрушка веселая, но слишком короткая. Скажем так, на один раз. Ну, в принципе, смысл игры и так одноразовый. Типа прогнать зиму, чтобы настала весна. А потом уже и лето. Это мы и сделали. Давай, убивай меня, снеговик. Злобные снеговики избили нас. Конец игры. Ладно. В общем, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Лиар. Всем пока.